Всем привет! С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Состав хозяин. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Состав Хоффенхайм. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Всем привет! С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Состав хозяин. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Состав Хоффенхайм. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Игра началась, смотрим. Нет, не дошел этот пас до адреса. Павел Кадержан. Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Нет, не попал, а мог бы выводить команду вперед уже на первых минутах встречи. Все возможности для этого были. Жаль, не хватило точности.